Привет, с вами Алена, и сегодня мы делаем обзор флагмана линейки Honor, Honor 20 Pro. От обычного Honor 20 Pro версия отличается более мощным аккумулятором, увеличенным объемом памяти и дизайном. Особенно заметно поработали над камерой, но обо всем по порядку. Начнем с внешнего вида. Honor 20 Pro обзавелся двумя расцветками – бирюзовый и черно-фиолетовый. У нас с вами бирюзовый. Задняя панель прошки выглядит красиво. Трехслойная стеклянная панель создает 3D-эффект, добавляя не только глубины, но и объема. Сбоку на кнопке питания расположился сканер отпечатков пальцев. Решение не самое очевидное, но удобное. Разблокировка происходит практически мгновенно. А вот чего нет на корпусе смартфона, так это слота для карты памяти и привычного разъема для наушников. Но на сегодняшний день трудно считать это минусами. 256 гигабайт встроенной памяти у гаджета с избытком покрывает все потребности, а проводные наушники и вовсе доживают свой век. В Honor 20 Pro установлен 8-ядерный процессор Kirin 980. Это один из самых мощных процессоров 2019 года, поэтому смартфон работает довольно шустро. Тяжелые приложения быстро запускаются, и смартфон работает отлично в режиме многозадачности. Можно также играть в любые современные игры на максимальных настройках графики. За яркую и сочную картинку отвечает качественная IPS-матрица с высоким разрешением. Дисплей можно назвать безрамочным, он занял почти всю площадь лицевой панели. Этого удалось достичь за счет хитрого расположения фронтальной камеры. Ее спрятали в небольшой круглый вырез в углу экрана. В Honor 20 Pro установлены 4 объектива основной камеры. Главный модуль снимает с разрешением 48 мегапикселей. Присутствует лазерный фокус и оптическая стабилизация. Основной фишкой камеры является встроенный искусственный интеллект, способный самостоятельно подбирать параметры цвета, выстраивать экспозицию, определять глубину резкости и многое другое. В совокупности эти параметры обеспечивают по-настоящему качественные фотографии. Вторым модулем идет телескопический объектив с трехкратным оптическим зумом. В отличие от цифрового приближения, которое ухудшает качество снимка, оптический зум в Honor 20 Pro позволяет снимать без потери качества с трехкратным приближением. Третий модуль – это широкоугольная камера с разрешением 16 мегапикселей. Отлично подходит для захвата большего количества объектов, поможет в съемке городских пейзажей, узких переулков и большой компании людей. Последним модулем стала камера для макросъемки с разрешением 2 мегапикселя. Нужна такая камера для съемки объектов на сверхблизком расстоянии. Honor 20 Pro получил аккумулятор емкостью 4000 мАч. Батарея действительно неплохая, в среднем смартфон работает 1,5 дня при активном использовании соцсетей, мессенджеров и других приложений. Девайс также поддерживает быструю зарядку, которая за полчаса заряжает батарею на 55%. В итоге мы имеем хороший смартфон с продвинутой камерой. Если вам нужен мощный гаджет с приличной автономностью, большим запасом памяти и достойным качеством съемки, то стоит присмотреться к Honor 20 Pro. На этом все. Надеюсь, для вас обзор был полезен и информативен, поэтому делитесь своими впечатлениями, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди у нас очень много новых видео. Всем пока!